Годовалому Артему, которому красноярские кардиохирурги буквально по частям собрали сердце, нашли родители. Напомню, у мальчика из Ачинского дома ребенка была редкая патология. Левые и правые желудочки сердца были поменены местами. Красноярские врачи из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели уникальную операцию. Сейчас ребенок проходит реабилитацию. Сразу же Артему начали искать родителей. Желающие усыновить малыша звонили не только со всего края, но и из других регионов. И вот спустя 2 недели приемных родителей нашли. Артема усыновляет семейная пара из Красноярска. Известно, что они работают в бюджетной сфере, и своих детей у них нет. Как отметили в Краевом центре развития семейных форм воспитания, будущие родители малыша искали ребенка для усыновления несколько месяцев. Но узнав о судьбе Артема, выбрали именно его. Они уже навещали малыша в кардиоцентре, и как только Артема выпишут, заберут его в новый дом. Я очень рада, что семейная пара, которая сейчас берет на усыновление мальчика Артема, это граждане уже, которые прошли у нас программу подготовки, очень осознанно к этому шли. Уже не один день они были в поисках своего ребенка. Я очень рада, что они живут в Красноярске, потому что все равно после операции какой-то определенный период нужен реабилитации. И, безусловно, лучше жить ближе к нашим замечательным медицинским